Kontynuujemy grę. Metro 2033. Rozdział 4. Wojna. Misja druga. Starcie Drenzym. Gdy doszedłem do siebie, straciłem wszelką nadzieję. Faszyści wykorzystywali jeńców jako niewolników. Albo tarcze strzelnicze. No tutaj co mi ogłuszyli i zaciągnęli do pomieszczenia. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Jak zwykle, разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Точно! Ладно, краснопузый, моли своему Марксу и Энгельсу! Ого, кто-то есть. И если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Но ведь не ведут, что сидя. И выскоп. Кто то есть? Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Добре. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к мельнику. Ему все сам расскажешь. Что им вообще? Так, двинули к броневику. Дрензина панцерна. Паша, дайте, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь. А с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Ты там поосторожнее. Дайте, только я себе тутай пооглядам. Не так хоп. Полно гранатов видзе. О, амуниция, бым оминул наилепше рзеши. Не то. To jest jakiś noktowizor, a ile ja to mam. O, tu jeszcze coś jest. To jest zamknięte. Dobra, idę. Poczekają. O, widzicie? Złota amunicja. Apteczka to już mam, maskę. Zamknięte. Tylko nie wiem, dlaczego nie słychać moich kroków. Złota amunicja kolejna. Czyli kasa inaczej.
Ну, ты садись в башенку на пулемет. Счалю. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Может, он нам не повек, как себя называ. Ten w hełmie z noktowizorem. Left light. Strasznie topornie się będzie sterowało. My postaramy проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. А czyli ta drezyna, którą żeśmy rozwalił w poprzedniej misji. Się topornie się to robi. Zatrąbić, no tak. Teren faszystów. Trzeba przybliżać może jeszcze. Czyli my będziemy strzelać, jechać, oni będą nas gonić. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, герр-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Артём, готов? Так, сейчас я нас развалишь, что грызунь туда. Strzelca trafić. Po prostu. Kierowca se może dalej jechać. Najgorszy jest strzelec na wieży. Что есть? Артём, расчисти нам дорогу! Мама, посмотри, что ты. Спереди! No, na razie mamy spokój. Господи! Да это же танк! Танк, чоу. Там będzie drugi. Враг прямо по курсу! Сзади!
zderzyli się z nami. Ale strzelec już nie żyje. Za nami nikt już nie pojedzie. Uff! Jeli proskaczyli. Jeszcze czołg będzie jechał, to trzeba podpory rozwalić. Dziadam! Dziadam! Bulldozer! Zacznę już mutant. Zaraz. Co mam zatrąbić, czy co? Nie. Koniec jazdy. Ha, ha, ha. Teraz sobie możemy obszukać. O, jest amunicja, którą możemy sprzedać. Jep. Ogromna przepaść. Tu coś jest w ogóle? Chyba nie warto tu wskakiwać. No i tak pewnie tu nic nie ma. Widzisz? Co ja mam jeszcze ekstra ci otworzyć drzwi? Ja pierdzielę. Быстрее, Артём, быстрее! Пепшишь гупоты, курва. Не пердо. Маска до меня, да? Золотая амуниция. Zamknięte. O, amunicja. Czyli ja mam otwierać drzwi, bo jemu się nie chce.
Tutaj będzie kolejna.